Друзья мои, снова вас приветствую на своем канале. Значит, сейчас посмотрим посылку из китайского интернет-магазина GeoBest. Ссылка на магазин будет в описании, сможете зайти посмотреть. Ну, давайте откроем, будем смотреть, что внутри. Внутри у нас коробка. Значит, что мы здесь видим? L6052. Aircraft 2,4 ГГц, 4 канала радиоуправления. Что еще у нас здесь есть на коробке? Пульт управления в виде джойстика имеет возможность 360 градусов поворота или переворота. И есть возможность переключения между первой и второй моды. То есть, что это такое? Это возможность подстраивать стик газа под левую или под правую руку. У этого квадрокоптера есть варианты комплектации. Значит, их три разных варианта. Это стандартный вариант, который комплектуется дисплеем. Вот можете видеть, он крепится здесь сверху на пульт управления. И третий вариант — это возможность установки HD-камеры. Ну, вот у меня обычный стандартная комплектация. Вот можете видеть, галочка стоит. Значит, внутри у нас желтый квадрокоптер, можете видеть. Видим защиту для лопастей, тоже она так крепится достаточно прочно. Ну, попробую достать. Значит, вот комплект защиты для лопастей, 4 штуки. Аппаратура радиоуправления, как я уже говорил, 2,4 ГГц. Вот тут масса каких-то кнопочек. Это уже будет в следующем видео. Я разберусь, как бы, ну, скажу о каких-то особенностях. Что еще в комплекте? В комплекте идут винтики, видимо, для крепления запасных пропеллеров. Сейчас посмотрим, пропеллеры есть в комплекте или нет. Я думаю, что они, если есть, они должны быть внизу. Да. Здесь у нас инструкция, но русского языка, наверное, нету, хотя, да, английский, китайский. В общем-то, сложность никогда не вызывает, тут все с картинками идет, поэтому, я думаю, проблем разобраться не будет. Значит, тут инструкция, запасные лопасти в количестве 4 штук и устройство для зарядки, USB-зарядки. А, еще идет маленькая отверточка. Да, вот отвертка. Но, как правило, они в таких комплектах идут невысокого качества. Сам квадрокоптер работает за счет литий-полимерного аккумулятора емкостью 500 мАч. После того, как вы заряете аккумулятор с помощью USB-зарядки, который тоже идет в комплекте, его нужно вставить в его штатное место и подключить разъем. Сейчас давайте работоспособность проверим. Значит, батарейки я уже вставил, 4 штучки. Аккумулятор давайте подсоединим. И заморгали лампочки, можете видеть. Теперь включаем аппаратуру. Наверное, надо стандартно газ поднять вверх и опустить вниз. Вот произошел коннект. Я думаю, теперь можно лететь. Да. Для тех, кто захочет приобрести такой же квадрокоптер, значит, внизу будет ссылка на интернет-магазин, и также я там в описании оставлю купон на скидку. То есть, если вы введете этот купон, то сможете купить этот квадрокоптер за $33.99. Тестовые полеты этого квадрокоптера будут уже в следующих видео, поэтому подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч, увидимся! Thank you.